Номинация «Литературное творчество» Краевого онлайн-фестиваля «Радуга талантов». Коваленко Елена Стефановна, член местной организации ВОС «Город Невинномысск». «Осеннее настроение». Авторское стихотворение. «Осеннее настроение». В свои права вступила снова королева осень, окрасив все вокруг в любимые цвета. Как много теплых красок на свой холст она наносит, и понимаем мы, что это неспроста. Багряный, желтый, красный с озорной рыжинкой готовят нас к ахроматической зиме. На землю скоро лягут первые снежинки, замрет природа в этой снежной кутерьме. Ну а пока игривый хореограф ветер то кружит листья в вальсе, то перейдет в фокстрот, неумолимо исчезает многосветье. И скоро взор от ярких красок отдохнет, и небо синева все чаще кутается в тучи, холодный серый дождь встает сплошной пеленой. А все-таки нам осенью не скучно, с улыбкой лето вспоминаем мы с тобой. Вот шорох листьев нам напомнит шум прибоя, как брызги волн морских соленых капельки дождя. Пускай природа наберется новых сил зимой, чтобы весной во всей красе вновь показать себя. За увяданием наступит возрождение, и в этой бесконечной карусели перемен ценить нам надо каждое мгновение и жить в любви без ссор, обмана и измен.